Всем привет! С вами Андрей Беттер, Никита. Здорово, ребята. И мы начинаем играть в открытое бета-тестирование игры For Honor. Итак, здесь нам предлагают, чью сторону выберете вы. Ну, это будет уже серьезный разговор. Слушай, мне нравится Сафамурай больше всего, чем не знаю. Так, давайте посмотрим. Есть рыцари? Рыцари Эшфилда. Эталон силы и могущества. Железный легион прислал их в эти земли, чтобы восстановить мир и свобода. Так полюбилась рыцарям, что они нарекли Эшфилд своим новым домом. Понял? Викинги родом из холодного Валькенхейма. Чтобы выжить, они грабят чужие земли ради продовольствия. Их кланы живут в относительном мире, который для чужака выглядит как бесконечная война. Самураи из Майра пережили гражданскую войну, но так и не смогли объединиться. Однако даже враждующие дома едины в своем намерении защитить свои земли от воинственных соседей. Кого ты выберешь, Никитос? Давай самурая. Я самурая хочу. Я беру рыцаря. Почему нельзя? Да, я беру, давай, наверное, рыцаря. Нет, я возьму... А что такое? Да, я возьму... Верди случайно, честно. Возьму рыцаря, короче. Давай. Вот морет-то как. Так, надо сделать тише, короче. Так. Слово, что тут еще есть? Вот такой вот у нас персонаж получился. Подожди, я еще ничего не сделал, даже движение тут делаю. Я здесь пока... Новая задача. Чтобы выполнить захват цели, в оборонительном режиме используйте левый контур. Давай. Я не пойму, подожди, где тут этот... поменять этот, как его? Разрешение... А, вот экран. Задача выполнена. Что-то ничего не... Оборонительная стойка определяет направление ваших ударов и то, с какой стороны вы можете блокировать вражеские атаки. Нажмите левый Ctrl, чтобы принять оборонительную стойку, и мышку, чтобы сменить направление. Давай. Слушай, друг. А. А каково? Разрешение экрана... А, нельзя менять, прикинь, нельзя менять почему-то. Почему нельзя? Так, отключить? Что-то не понимаю я. Ладно. Ладно, пофиг. Буду скакать. Нифига не понимаю я. Что там делать? А, вот, все. Завершено. Новая задача у меня теперь идет. Что-то мне непонятно. Чтобы прекратить тренировку, удерживайте Е. Буду удерживать. Нажмите левый Ctrl. Что делать, не понимаю. Это то же самое. Что он хочет от меня? Так. Вот задача. Чтобы так, это ладно. Я ничего не понимаю, если честно, что-то надо делать. О, я перекат. О, лол. Атака, нажмите. Атака у тебя? Ай, нажать. Да, нажмите атака. О, я выполнил какой-то, нифига себе, я жесткий тип. Я вообще не понимаю, что мне так, надо делать. Я тоже не понимаю. Так, нажмите. Чё, куда? Куда даже? Я не вижу. Я не понимаю, что надо. Левый Ctrl, ну жму и чё. И чё, как делать, алло? Да ё-моё, я ж тыкаю. Пожалуйста, тыкнись. Что я делаю неправильно? Короче, давай будем делать, короче, чтобы прекратить тренировку, держать Е. И нафиг её, слышь? Я не понимаю просто, чё от меня хотят от меня. Да. Давай, ну и в попу ее. Задача выполнена. Пусть я. Ну удерживаю я. А почему я не могу нажать? Новая задача. Блокирование. Чтобы заблокировать удар, примите соответствующую оборонительную стойку. Давай. Давай. Да ё-моё, я же замахиваю, весело, Warface. А, все, я тоже пропускаю. Тоже пропускаю, друг. Ага. Тоже пропускаю, короче, тренировку. Понял, давай. Прикольно. Ctrl. Слышь, а кто это? Что за дудос на меня сейчас походу отдать будет? Алло. Алло, как этот сражаться-то? Алло, как бить тебя? Написано все. Примите оборонительную стойку. Принял, давай. Оп, принял, давай.
ты мне скажи, как бить. Просто я не пойму, как бить. Нельзя пока бить. А, нельзя бить? Да. А как обороняться? А вон. Написано вон все. Дроп. Тупи. Все, задача выполнена у меня. Давай, нападай, алло. Новая задача. Все, я выполнил. Так, раз, давай. Так, я тоже раздел. Два. Давай, давай, бей говно. Хорошо. Ай, попал он мне. Хорошо. Да чтоб тебя. Вперед! Че орешь-то, блин? Попал. Орет он еще, слышь, вперед еще орет. Да, попал. Блин, он мне попадает, дудосы. Меня тоже попадает. Я не успеваю. А, вот, попал. Так, ладно, чтобы прекратить. Давай, давай нападай. Ну, ой, хорошо. Задача про настройку. Так, нанесите нанесение удара. Чтобы атаковать, примите оборонительную стойку. Левый Ctrl и двигайте мышцы. Нажмите левую кнопку, чтобы нанести слабый удар. Или правую, нанести мощный удар. А это дудос нанесите. Меня заколебал, слышишь же? Да ёп, ну, я же отклоняюсь, алло. Раз. Давай, бей меня. Два, давай. На. Чё ты думаешь? Смысл, я же отразил, алло. Прислушай, отбирается. Опа. Готов, да, на. Да, мне тоже. Я одного уже ужатал. Мне, давай, чтобы чувак. Вне очереди, чтобы прекратить травку, я чего. Я хочу прекратить травку, я очередь не было, допустим, мне нужно. Куда ты побежал? Дудос! Слышишь? На, а, вот так. Все, да, я да. Ужатал. Слышь, я вообще тренировку этот отменил, короче. Я тоже. А, во-во, слабый удар, прекратить вот, тренировку, вот. Нажмите Е. Давай. Вы вот. Можете посмотреть список примеров героя, нажав Escape. Никит, я уже куда-то иду. Да? Подожди, mm-hmm. Я тут дудосю его только. А ты же можешь же это самое, уйти из трения. Чтобы да? перейти на бег. Нажмите левый shift, чтобы перейти. Блять. Захват зоны. Чтобы захватить зону, нужно убить всех находящихся рядом противников и не подпускать врага в течение нескольких секунд. Давай. Дудосы. Погнали! На, сука! На, бичара! Тощи, бичара, давай, погнали! Нихера, чё я сделал, Андрюха! Чего? Раз, два, трое, ну удар какой-то! На, по щам тебе, блядь! Я, давай, ой, следующий! Большой. Захват точки, это как пар... Есть, что ли, блядь? Да, походу, прикольно. Так, я отменяю этот. Так, куда идём? Меню, новая задача какая-то. До зоны Б, давай. Идёт эскейп. Вы можете пересмотреть список героев. Толпа на толпу сейчас будет, Никитос. Толпа на толпу, нифига себе. Толпа на толпу, смотри здесь. Чётко, погнали. Простых солдат надо. Нельзя выбрать в качестве цели. Отмените оборонительный режим и нажмите туда-сюда, чтобы убить солдата. Ты слышишь, Андрюх, Assassin's Creed. Это Assassin's Creed, короче. Да. На, давай эту дуосить. На, так, ах, ну, сука. Чтобы выходить точку. На, да, ни хрена я чужил. Вот дудосы. Убивайте противников, чтобы помочь вашим солдатам в наступлении. У меня есть солдаты, Никит, понял? Нифига себе. Мои, ёпка. Личные, блядь, давай. О, вот это камбуха сейчас была. На, по хребту, ой, захватывай точку. По хребту. Это захватывай точку какую-то. Слышите, говорю? Да, у меня какие-то войны. Давайте, атакуйте, ребята. За родину, так, я захватил? За Сталина, пацаны. Ни хрена. Ай, толпа. Офигенная игрушка. Мне пока нравится. Парни, мне ребята, тоже. Мне пока нравится эта игра. Так. Да на срать, я хочу воевать. Мясо. Топа! Воюем, воюем. Пацаны, давай. На, по щам. Блять, просто это наш Харакири, район. Сука. Досы, это наш район. Мы на, блядь. На, блядь, куча. Чё? Блядь, куда, куда, куда? Давай. А, это блок, как я понимаю. Да. Нападай тут дудоса, вы чего? О, я вот проткнул. Ой, ой, там свои, я свои по своим луплю. Да, на. А бэшку держим, пацаны. Держим, блядь. Готов. Ой, готов. Погнали, давай, давай, пацаны. Слушайте, мне нравится. Ух, блядь. Я реально ассасин. Слышишь? Минус два сразу, прикинь. Одну, да, одним ударом. Ну ладно, нахуй. Ебать, минус три, Андрюх. Минус три. Доберитесь до зоны. Минус три. Полезли наверх, давай. Пацан, да, здорово. Да, по хребту, левый, правый, боковой. Чтобы я не сражаюсь, атаки, пацаны. Вовремя используйте у ворот. А, у ворот тут еще есть. Доберись за зону С. Давай, ура! Давай, давай. Два, мочи, три, мочи. Четыре, блядь. Три осталось. Да вы чё, ноунейм, блядь. Готов всех перехрачивать не останусь. Давай.
Я на цешку пошел, Андрюх. Я там уже, все. Я ее взял. А, да, я ее взял. Ты че, алло, дядя? Сражаться? На, дядя, все мужик, дудос. Ты наши хейтеры, негет, стопудово наши хейтеры. Ну, блядь, по хребту. 2-3. Здорово. Нормально, все, я захватываю. Нет, серьезно, нравятся игры типа Skyrim, Assassin's Creed, то эта игра будет ваша. Отвечаю. Она... А, пробел надо нажать? Она идет на изи вообще. Стой. Ну да, ну давай, нападай ты, блядь, уже мне выполнили задание. А ты, так, давай, нападай, алло. Что ж, сейчас будет. Слушай, я его ужатал. Слышишь, он должен меня нападать, он не нападает, он говно, так, боится. Чтобы прекратить тренировку, удерживайте Е, мне бронить. Давай. Задача выполнена у меня. Игорь, это у тебя? Я, короче, то... Я не пойму, я... Пробить защиту и атаковать. Как бы... Левый контрол нажмите... Ага, среднюю кнопку мыши, затем быстро нажмите... Да пошел ты в жопу! Нифига себе, уж от... Тарил его, тут реально. Или цеш... Или дэш... Плюс пробил. Алёшка! Понимаешь, он не нападает, понимаешь, он просто очкует, как бы. Все, ушатал я его. Давай. О, раз. А, все, чтобы... я понял. Все, да. Пропусти, чтобы. Я пропустил. Два. Пробивание, три. Защиты и бросок. Левый контрол, последняя кнопка мыши и средняя кнопка мыши. Давай. Ой, я нажимаю сейчас буду. Тихо. Здорово, блядь, пацан. По хребту дали. А, прикольненько, слышишь? Я нажал, все, пропускаю. Жмите. Затем нажал, быстро. И я пропускаю. Ого. Это все. Ебать, прикладом. Да. Это приклад. Графика вроде все нормально, все. Отлично, блин. Два. Три бог. Все, некит у меня. Блядь. У меня все. Все? Да. А у меня. Я так, сейчас пропущу, когда. Сейчас убью дудоса. Итак, убью... мы сегодня сделали тренировку игры For Honor. Открытая бета, это тестирование. С Атром мы будем играть в сетевую игру. Или в быструю, потом в быструю. Вот. А сейчас на этом мы с вами прощаемся. С вами был Андрюха и Некит. Да. И всем увидимся в следующем выпуске игры For Honor, где мы будем играть в сетевую игру. Все, всем удачи, ребят. Всем пока. До свидания.